когда придет время платить по счетам, Егор, Индиго заберет у тебя этот титул. И он это сделает в считанные секунды. Опять это Индиго. Слушай, многие обещали забрать у меня мой титул в считанные секунды. Но почему-то у него до сих пор не получилось. Я тебе напомню, почему именно Индиго заберет у тебя этот титул. Индиго – это победитель турнира «Триумф». И я, Евгений Медведев, его менеджер. Только представь, что я смогу сделать с вашим матчем. Помнишь, что я сделал с Алексом Андерсоном в финале турнира «Триумф»? Я его выкинул из этого матча. А помнишь, что я сделал с Алексом на... А ты что здесь забыл? Закрой свой рот! Ты, мерзавец, унизил меня перед фанатами. И ты унизил меня перед моими напарниками. Знаешь, он правильно сделал. Кто-то заговорил, а? Именно из-за тебя. Твоя Камчатка даже не дошла до финала «Триумфа». И знаешь что, я очень рад. Потому что именно я привел тебе удержание. Именно поэтому я здесь. Я хочу титульный матч. Парень, иди свой контракт почитай сначала. Не верю. Я сегодня уйду, пока не получу этот титульный матч. Алекс, титульный матч, серьезно. Ты уже проиграл свое право биться за пояс, пока чемпион Егор Соколов. Я удержал этого чемпиона. У тебя нету права. Успокойтесь. Успокойтесь оба. Я понимаю, я все понимаю, что происходит сейчас между вами, между вашими взаимоотношениями насчет пояса. Но тем не менее, Егор, он действительно удержал тебя в турнире «Триумф». Почему ты голову морочит? Выгони его просто отсюда! Не слушай, ладно? Вот ты подумай сам. У меня есть идея. Какая на следующем идея? Шоу, 10 сентября, состоится матч. Не просто матч Егора Соколова против Алекса Андерсона. Состоится матч команды Егора Соколова против команды Алекса Андерсона. Это будет матч 5-5 на выбывание. Чего? Каким он там вообще местом? Сейчас все объясню. Если каким-то образом команда Алекса Андерсона побеждает... Не если, а когда? Не, знаешь, напомню все-таки если. Когда? Если. Когда? Тише, если. Когда? Тише! Я не договорил. Если каким-то счастливым образом твоя команда одерживает победу, то тот человек, который проводит победное удержание, становится первым претендентом на титул чемпиона. Ты чё мне здесь новых 5 оппонентов создаешь? А ты чё, боишься, что ли, а? Знаешь, что громкие условия для того, чтобы всего один артист... Хватит! Это не все условия в матче. Я понимаю, матч должен быть справедливым, как по начинке, так и по условиям. Хорошо. Мы сделаем еще одно условие. Когда команда Егора Соколова одержит победу? Если. Когда? Команда Егора Соколова одержит победу, Алекс Андерсон будет уволен из NSW. Уволен? Уволен. Навсегда. Я менеджер Алекса Андерсона, и я могу это устроить. Я больше никогда не увижу твою морду в этой компании. Единственное, что не увидишь, это титул на своем поясе. Да, никогда. Правда? Никогда. Верю, хочешь проверить? Тишина! Тишина. Алекс, титул, Алекс. Хорошо! Будет матч. Хорошо, отлично. И ты вылетишь отсюда. О, да. Попробуй выкинуть меня. Так, давай. Все, я буду тебя прямо сейчас отсюда выкинуть. Давай, попробуй. Хватит. Мы не делаем эти вещи без ринга, окей? Выясняем отношения только на ринге. Идите, ищите себе командных партнеров. Я пока что попробую договориться о том, чтобы этот матч начали официально. Да, давай, порвали. Иди ищи своих 4 неудачников. Медведев, секундочку. А почему ты этим занимаешься, а? А кто, если не я? Да и какое тебе дело, Алекс? Выйди отсюда. Ты уже получил все, чего ты мог желать получить. Меня все равно просто тошнит. Неудачник. Говоря о титульном матче с Индиго... Какой сейчас Индиго?